Встреча. На вылет Англии. Со счетом 3-0 победу одержал Англии Павел. Приглашается Ли Владимир Ермаков. Thank you.
различные встречи между Павлом Михайловым и Евгением Дубовой, еще при один пункту Павла Дубова. К этому весом приближается Валерий Павлов и Евгений Ерофеев. Пятый стоп, Ерофеев Павлов. Ты понимаешь, сейчас
своим ребятам спикеры звонят, консультируются, они говорят, ну, просто сервис не тянет, банально не тянет сервис. Предприниматель. Знаешь, в чем проблема? Не все, не все ноуты ловят. То есть я не могу взять ноута с нормального, я могу бы не могу подключиться. И, ну, вот пусть я объясняю, почему. Вот два компьютера подключилось, третий нет. Вот этот самый бук, он не его не видит, он не знает почему. А что, они тоже должны были подключить? За третий столом завершилась встреча. Обычный USB. Телефонный обычный, как, знаешь, как телефон вставляешь? Принтер втыкаешь. Принтер, да. Чтобы его от роутера к компьютеру протянуть. Кто-то незнакомый слов сказал человеку. Ну, обычно сопля еще ее называют. По-украински слабо, понимаешь. Из принтера выткни, где его принтер стоит. Ну, такого, да, наверное. Не USB, конечно, да. Телефонный провод. Сетевой. А что же еще, знаешь? RG пополам. Если его от роутера кинуть, ну, в доллар, тогда все будет нормально. Вот да. Отсюда. Нет. А я же не знаю, кто слоит. Это длинный. Ну вот. Вот. Нет, роутера не дотянут. Он где-нибудь делал. Ну, делал там, где конечно, далеко. Через два квартала. Давай в любом случае. Назад ставим, наверное, новую. Не обрабатывает, просто не обрабатывает камеру. Матч проходит до 4 побед. Пока идет разминка за третьим столом. Напомню, встречаются Евгений Новосад и Роберт Гамбарян. Буквально последнее приготовление. В течение 10 минут разминка. Далее начнется встреча. Еще раз напомню, Роберт Гамбарян и Евгений Новосад. Я найду тебя, похоже. Не-не, я на потом поверю. Что, заработало? Thank you.
Thank you.
встреча между Николаем Петровиченко и Николаем Альцовой. Встреча там тренера, победа держала Николай Петровиченко. За шестой сон приглашается Панов Тим. Подумай, за шестой сон Панов Тим. Да.
будет нормально? Mm-hmm. Пишет мне сигнал. Не пришел на сегодняшний момент, на сегодняшний день, состоятся еще три встречи по нижней секции и одна встреча по завершению матча Кузнецова. Состоится встреча между Евгением Курто и Ярославом Тарновецким. Матч Курто-Тарновецким запланирован на сегодня по завершению встречи Кузнецова. Thank you.
Вот, вот, вот.